Умар Магомедович Мархиев, главный тренер футбольного клуба «Ангушт». Прокомментируйте игру сегодняшнюю, Умар Магомедович. Сложная игра, понятно, хорошая команда приехала к нам. Опытные футболисты определенного уровня приехали. Результат отрицательный. Но зато есть другой положительный результат, что я сегодня увидел, команда у нас есть, безразличных людей в команде нет. Пацаны, ребята все силы отдали сегодня. Я думаю, очень достойно они сыграли против хорошей команды. У нас идет становление команды. Но если так дальше ребята будут относиться к своему делу с такой самоотдачей, будут играть, я думаю, очки придут, поэтому я зашел в раздевалку, поблагодарил их всех до единого. И я так думаю, болельщикам тоже, болельщики что же видят, что мы проиграли, да, но мы все силы отдали, поэтому они нам тоже аплодировали. Это большой такой плюс. Ну, что касательно игры, да, опять-таки сложная игра, много единоборств. Пропустили со стандарта один, другой дальний удар. Ну, поэтому футболисты Севастополя определенного класса, они исполнили, сделали. Ну, я так думаю, по голевым моментам мы им не уступили, инициативы не уступили. Ну, проиграли, что делать, двигаемся дальше, работаем.